Я где? Куда я приехал? Что-то такое. Что это, блядь, за село? Охуеть, блядь, я таких видов ни разу в жизни не видел. Купил билет на электричку и уехал в рандомное село. Примерно 100 километров от моего места проживания. Я вообще ебу, что тут делать. Короче, друзья, у меня там 4 литра... Да какой 4? 3 литра пива где-то лежит. Да нет. Короче, блин, я не помню, там либо полторашку я купил, либо литр, я не смотрел. Так, машина проедет, не слышно. Вот, 1.35, если я не ошибаюсь, у меня там 2. Да что вы орете-то все, блядь, я не могу влог записать. Короче, друзья, у нас дохрена пива и рандомное село. Че, соль выпуска. Сейчас я ищу место, где можно нормально так бухнуть. Мы с вами куражимся и бухими идем исследовать село, я буду показывать вам экскурсию предварительно, что тут вообще происходит. Будем экскурсию на архитектурные сооружения делать, на культурную составляющую данного села, ну и так далее. В общем, это пробный контент. Фух, я даже не знаю, что говорить, давно ролики не снимал, надеюсь, будет интересно. Все, друзья, я выбрал топ-место. Это примерно где-то вот здесь. Тут товарняк остановился еще. Я, друзья, на вшиме мира. Я понятия не имею, где я. Где-то... Вот тут вот этот вот поселок, вот там дальше я немножко отошел, чтобы напиться. Но чтобы не при людях. Все-таки мы интеллигентный род. Человеческий Homo sapiens, да? Вот. Сейчас я нажрусь, и мы по селу погуляем. Я там экскурсию проведу вам. И что хотелось бы сказать. Вот там, получается, в той стороне мое пиво как указатель. И вот в той стороне... Получается, одни леса на несколько... На километры. Вот, единственное, что вот там село, от которого я отошел, и снова леса. Короче, кобзец. Друзья, я на голодный желудок пью. Друзья, пил я последний раз, я не помню когда. Может, месяца 4 назад. Вы тоже не подумайте, что я тут алкоголик какой-то. Ну, вот такая вот ситуация. Друзья, я... К слову, Gold Mine Beer не очень хорошее пиво. Я думаю, друзья, меня все-таки разнесет и будет пизда. В общем, это пизда. Так. Угу. Пидорас, что ты делаешь, нахуй? Пиздец, сука! Нет! Нет! Да, блядь! Я не слишком богатый, чтобы это, сука, просто вылилось зело. Блядь, да что я за человек такой? Бля, пизда вылилась. Бля, дождь идет, пидорас ебаный, заебал. И нахуй отсюда! Ты идешь-то, блядь, за мной, пидорас! Извиняюсь за мат. Двухэтажный. Так на самом деле он меня преследует, капает на голову, чтоб я простыл хоть. Ямы надо как-то обойти, блядь. Блин, да почему я матерюсь все время? Друзья, запикивайте или какую-то хотя бы программу предварительно софт ставьте, чтоб мои маты не были слышны, ну, друзья. Фу, надеюсь, тут нет дурдома в этом селе, потому что... Потому что потому. Вы что, закрылись, что ли, пидорас? Блядь. Какого хуя тут закрыто, блядь? А, тут закрыто, блядь. Все, типа, нельзя или что? Но я окно... Ладно, блядь. Блядь! Сука, нахуй! Тише! Тише! Так, тут не упадет ничего на меня, потому что я бы хотел еще немножко пожить. Но... Опа, опа, смотри, какой-то подвал. Так, братья, тут кто-то есть? Батя в здании, встречайте в здании. Я батя в здании, я зашел на заброшку. О, вот это по лайту. Вот это по лайту. О, я проник на заброшенный арт-объект. И тут какие-то надписи вырисовываются. Какая-то Аня, какая-то Ил. Ну не по-английски, больше по-украински. Настя тут была, Кристина и Аня. Запомните этих тёлок и заблокируйте, если у вас есть подобные друзья, потому что они... Нету доступа к интернету, но есть галерея с фонетикой, так что я сейчас включу песню, под нее не
грех не почилит здесь, ну буквально на минуту. Да ебать в рот, ну как, сука, так? Почему я бухой, я весь в хуйне какой-то, сука, ебать, я же провод замирал, блядь. В песке весь, блядь, это не микро-USB, это этот, как его? Блядь, вам не видно, он в песке весь, вот именно там. Ох, и дегенерат, блядь, сейчас еще сломаю, сука. Это ДК у них такое, ебать. Пиздец, я думал, это целый, блядь, дворец будет, где я смогу погреться, телефон зарядить. Нихуя, это какое-то здание, блядь, маленькое. Туда нет? Они закрыли дверь. Не открывают. Бля, они закрылись. А чё, хули я не могу культурно это самое... Обзор на хуйню, идем дальше. Так, тише. Что это такое? Что это такое? О, тут мусорник. Ебать, подождите сейчас. 5 секунд. Раз тут мусорник у них. Я их сюда на память ложу. Все, это тут сталкер Михаил побывал. А чего вы пьете-то головы? Миранда, Мидхита не пьют. Что еще пьете? Амстел бир. О, это же этот, блядь. Нет, это не Ловин Браун. Бармен, дайте мне 0,5. О, собака, давайте у собаки интервью возьмем. Давайте у собаки интервью возьмем. Я у тебя интервью хочу взять. Подожди, иди сюда. Ну ты не сырец, блядь, иди сюда. Ты вообще, ты комарихинский пес. Как у тебя вообще дела? Блядь, тебя что, тошнит что ли, блядь? Куда ты побежал, пес, стоять? Я у тебя интервью хочу взять, как тут в Комарихе живет? Я ебу, куда мне идти, я заебался. А, кстати, смотри, они пока написали. Вы что, головы, совсем что ли возбудились? Какое пока? Пока. Нет, не пока, так, ой, ну тут из фронтального камеры опять все конвертируется. У меня нет никаких либо... Я новый житель этого села. Ну-ка посмотри на меня, самый модный тренд. Гоша Рубчинский, это мой best friend. Гоша Рубчинский. Короче, сейчас до магазина, блядь. Сука. До магазина сейчас дойду и будем торговаться. Может, скидку. Ну, блядь, я скидку, наверное, не буду просить, я все-таки. Хоть и пьяный, но воспитанный человек. Городок, друзья. Let's go. Фух. Я очки запутил. И деньги полетели. Ну, 30 рублей точно будет. 18,90. О, вот смотрите, как классно. Вот вам сразу 20 рублей. Так, и сколько у меня еще есть? Еще есть 20 рублей. А что еще такое есть? Банан. Ну, банан у меня есть. Банан. Правда, раздается еще. Я не местный, просто приехал к вам посмотреть, что у вас тут. Я вижу, что у есть. Яблоко. Яблоко. Ну только тоже яблоко нет. Есть? Тоже нет. Может что-то из овощей? Ага, ну примерно вроде должно хватить. Сейчас, если что. Получается помидорка и апельсинка. Да. Классно вообще. Раз такая сегодня добрая, даже я могу посолить. Да, вообще классно. А у вас пиво продается? А 18 там есть? Да, но я не буду покупать, мне просто интересно, какие ценовая политика какая здесь. И сколько вот полторашка стоит обычно примерно? Самая дешевая 100 рублей. 100 рублей, а самая дорогая. Спасибо большое, все, да? Да. Спасибо. Пожалуйста. Хороший у вас магазин. Пожалуйста. Вот сейчас поем немного. И фруктов, и овощей. Ну вот у меня есть свой хлеб, я могу еще кусок хлеба предложить. С помидоркой. Вот, друзья, смотрите, сталкер Михаил какой умный. Это называется лайфхак, как прожить в неизвестном селе, если у тебя пустой карман. Ну хлеб я убрал в нагрудный карманчик, но в итоге, смотрите, купил фрукты, овощи, еще и
выпечку бесплатно дали, блин. Вообще топовое село, люди друг друга понимают, люди друг друга поддерживают, то есть каждый друг друга знает. Левшина, все, у себя в деревне. Доехал. Замерз, блядь. Хуй знает почему, но замерз. Все. А вдруг мы все подохнем?